7-9-10. Друзья, привет! Вы на канале «Жить в Краснодаре». Он там еще воскресенье, 24-е, что ли, сегодня сентября, день города. Сегодня 24-е или 23-е? 23-е. Смотрите, покажу вам примерно как раз. Мы сейчас на Театральной площади. Вот. Сейчас сколько? 2 часа дня? Тут пока ничего такого не происходит. На площадь нельзя просто так зайти. Смотрите, стоит ограждение и рамки. И возле рамки полицейские. То есть ты можешь войти только в рамки. Здесь и здесь. Интересно, а как в других местах? С других сторон интересно как. А то тут рамки стоят, а в другом месте заходить не хочу. Смотрите, тут какие-то спортивные соревнования идут. Людей еще не очень много. Пойдемте фонтанчик посмотрим. Вот сцена. В общем, никаких сейчас мероприятий нет. Надо, наверное, вечером сюда приезжать. Но вечером тут 100%, наверное, не протолкнуться. Да, все только, смотрите, раскладываются. Вот выставки картин, наверное, будут. Сцену в этом году забабахали. Ой, мама, пойдемте. Покажу вам. Поближе. Вот видишь, видите, тоже перекрыли красную. И рамочки стоят, и в них заходят. Один из самых интересных фонтанов в Краснодаре. Он здесь, на Театральной площади. Вот там вот впереди за сценой, это театр драмы. А вот это вот, Слав, как вот этот называется? Мы сюда несколько раз ходили. Концертный зал, что ли, органный зал вот здесь тоже находится, вот в этом здании. Поэтому площадь театральна. Ты, Вов, ты посмотри, какая сцена крутая вообще. Ну, мы, жалко, не посмотрим, мы не сможем до вечера тут выдержать. Он какие-то... Да, ну 3 часа уже, кстати. 23-е сегодня. С утра такое солнышко было вообще, такая чудесная погода. Но сейчас тоже очень тепло, градусов 27. Господи, раз-раз. Раз-два. Вот там тоже, смотрите, какая-то спортивная площадка. В общем, тут на Кубани очень много внимания спорту уделяется, и подростковому, и детскому. Вот такой красивый фонтан. А вчера был салют. Васька, иди посмотри. 7-8. Все, ставим пока. Этот фонтан еще есть подсветка. Вечером он светится. Но очень много, конечно же, видео про такой фонтан, про этот фонтан. И у нас прошлогоднее видео. Ветер начался. Обещали грозу. Ага, ветер просто задувает в эту сторону. А вон там, смотрите, какой-то детский городок, там можно тоже, наверное, поехать. А, по всему периметру какие-то вот мероприятия, вон там ярмарки. О, пойдемте посмотрим, раз никаких концертов нету, пойдемте посмотрим. Что это такое? Мир панна. Там надо гол забить. Пойдемте дальше, посмотрим, что тут есть. И вон там, вдоль красной, смотрю, тоже все какие-то такие вот киосочки. Акции какие-то проводятся, картины выставляют. Короче, тут можно, наверное, свое творчество сегодня попродавать. О. А, все, я поняла. Это, короче, какие-то организации здесь типа себя рекламируют. Все понятно. Тут можно поиграть. Тоже игра какая-то, да? Это игра у вас, да? Да. Настольная. А смысл игры какой? Воевать. Вот как бы армия есть, они тут
органы сражаются. А, понятно, здорово. Прикольно. И, короче, молодые люди, школьники явно, сделали вот такой вот макет и принесли его сюда и предлагают поиграть в войнушку. Вообще здорово. Дзюба, инфе. А что это? Это 3D. А, это 3D. А, сфотографироваться. Если отойти дальше, встать, то сфотографировать, пойти должен. Должен? Да. Только напротив кольца. А. Это вы... Просто смотреть. Вот, смотрите, тоже ребятки сделали такое 3D. Принесли, приклеили. Здорово, да, на тему дня? Класс. Давайте дальше посмотрим. И везде, обратите внимание, везде молодые, школьники, либо студенты. Во всем здесь, здесь чем мне нравится Краснодар, что здесь везде участвует молодежь. Они не сидят, не пьют пивко. Ой, да что ж такое? А участвуют везде, буквально во всем. Граффити. Здорово. Тут же телевидение работает, Кубань-24. Но сцена в этом году вообще шикардосная. Ой, ладно, сейчас отвечу. И следующее видео вы тогда уже смотрите. Продолжение, если вам интересно.